Кишиневском зоопарке построили вольеры для хищников. Раньше их прятали от посетителей, некоторых зверей выводили к публике посменно. Теперь питомцы будут жить в комфорте. Условия оценила Олеся Казаку. Гамак, кварцевый песок и ветки, чтобы полазить. К комфортной жизни в Кишиневском зоопарке привыкают сервалы, каракалы и рыси. Идет адаптация и к людям. Раньше они были чуть-чуть подаль от людей и не испытывали такого стресса. Но теперь, когда людей много и все кричат, а если еще, не дай бог, пытаются чем-то кинуть, там камушком, еще что-то, чтобы привлечь внимание, вот это проблема для животных. На публику диких кошек выводили редко. Вольеров не хватало. В них питомцы сидели по очереди. Теперь солнечного света будет в достатке. Осталось закончить обустройство зимников, и можно ждать потомства. Сделано таким образом, что если вдруг мы ждем потомства, чтобы можно было самку отгородить. Шибер закрывается, самка с котятами живет отдельно, кошка, кот ходит какое-то время отдельно. Новый комплекс заселен не полностью. Места придерживают для этой харзы и ее соседей. 14 старых вольеров планируют снести и отстроить по новому проекту. Условия в зоопарке постоянно улучшают. На Василии недавно отпраздновали суриката. Для сурикатов обустроили новый летник. Под песком сетка, чтобы не сбежали, и слой почвы. Раньше животные гуляли в вольере втрое больше, и разглядеть их было трудно. Теперь и посетителям интересно, и животным комфортно. Мангустовые не из пугливых. Быстро освоились на новом месте. Кричат, играют и этим вызывают улыбки на лицах детей и взрослых. Дети вон пищат, радуются. И я бы пищала, но уже... Чуть-чуть непозволительно. А так все очень хорошо. Прямо и видно, что звери не замучены, все такие сытные, все такие, ну прямо порадовала меня сегодня поездка. Большое разнообразие, очень ухоженно, красиво. Видно, что животные, ну, несчастные, так скажем. Их не жалко, на них приятно посмотреть. В Кишиневском зоопарке обитают 1400 видов животных. Новых жильцов закупают в странах Содружества и Европе. Ищут тех, кому подходит молдавский климат. Олеся Казаку, Александр Иванов, Мир 24. За последние годы в модернизацию Кишиневского зоопарка из городского бюджета выделили порядка 18 миллионов леев или почти 50 миллионов рублей.